Здорово всем, с вами Александр и метро Исход. Мы продолжаем прохождение. Так, миссия у нас была... Товарищ полковник, выживших среди нападавших не обнаружено. Понял. Крест с Ермаком там поглядывают, не едут ли так, ладно, погнали. Так, а где моя машина? Машина есть? Должны выдержать. Помпу у нас так себе, сильного давления не Артём. Дадут. Разве мы вот уезжать собираемся, а я все думаю про бедняк, которых на том корабле полуразобранном бандиты держали. Представляешь, не помог бы ты, они бы там так и сидели сейчас. Какой же ты у меня молодец все-таки. Пыль это чертова. Скорее бы отсюда свалить. Не говори. Ладно, погнали. Не лезь там на рожон. Обязательно. Да, елки. Все служат! Барон Чалбара! Да! Всем, кто во втором резерве, собраться на выезде! Как раз, короче, дочка, да? Сейчас потихо туда подъедет. Так, я правильно еду? Правильно. Тихо там. Какой? Мы ждем тебя! Ебаный змей, а. Меня змея укусила, подлюга. Ну чего? Гоним? Артём, мы тут осмотрелись. Угу. Главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье, можно идти. Там Мунай Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Ну окей, все, что? Пойдем, проведем тебя. Погнали. Не отставал! Алло, а чё, фонарик? Алло. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Я понял, понял, не вопрос. По-тихому так, по-тихому. Гюль насчёт местных правильно говорит. Вот. Нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть.
Пожалуй. Решетка, значит? Печаль. Ну что ж, попробуем. Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Отлично. До встречи наверху. Ну все, окей, давай. А я не понял, а что с фонариком? Идем, Дамир. Меньше крови, Артем. Пожалуйста. Да я понял. У меня фонарик не работает. Ешь кимжоком, да? Никогда. Дураки жёг. Мы стоял. Каждый день стоял. Пользы жёг меня. Лучше охоту. Короче, что-то с фонариком случилось, да? Ну, короче, не работает. Я так не понял. Жумысно! Работать! А то за собака выпинаю! Люди, ладно! Сорян. Мирно, как не убивать. Мертвый? Живой! Сюда! Это ты! Ну хера ты орешь, мужик. Прикольно, у меня фонарик не работает, прикиньте. Ночное видение здесь. Есть. У фонарика нет. Он здесь! Смотрите! Пес какой-то. Харе, мужик, а? Сначала один... Это ты? Ты чё орёшь-то? Ладно, короче, что-то непонятно. С фонариком. Да тихо вы. На, без фонарика, да прикольно, конечно. Yeah.
ушел на подспал! О, мертвый? Живой! Сюда! На помощь, Ярк! Да! Не убивай! Да они не валятся! По-тихому! Как, блядь, не валят-то? Ты иблис! Он умирал, сапсик! Что-то вообще не по плану. Типа, короче, их вообще нельзя вырубать. Ну, они реально не вырубаются. Одного вырубишь, да, и паника. Я их уже здесь намочу. Мы все умирали теперь совсем. А я не хочу священный пламя защити. Я не хочу умирать. Да нахер ты мне нужен? Панику тут навел. За тебя пришлось тут всех убивать. А, не убивай! Спаси меня, священный пламя! Минут назад, да? Показалось больше, чем мы думали. На территорию проникли, но Тюль куда-то пропала. Ожидайте сигнала. Вас понял. Конец связи. Понял. Отлично. Зря я, значит, волновался. Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. По обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне! Нам есть что обсудить! Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне! Иначе прольется море крови! И совершенно зря! Ладно, прём. Что делать-то? Круг почета. Что-то я и так уже там навалил. Открыть ворота! Надо.
и впустить гостя! Куда ты пропала? Я уже наверх, на вышка. Есть план. Поднимайся! Тебя никто не тронет. Если сам, конечно, не нарвешься. Не нравится мне это. Но вариантов нет. Если не уедем, все в этой пустыне ляжем рано или поздно. Удачи, Артём. Если что пойдет не так, в общем, чем смогу, помогу. Ох, сколько же их там, не сосчитать. Нефтяники, рабы, женщины даже. Барон, наверное, на самом верху, в этом, как его, пентхаусе. Еще пробдишься козлами этими. Могорштынь его не любит. Не, ну костыль, ну с хера так долго ты, а? Тебе починить, расплюнуть нельзя. Ты того, мля, не мешай чисто. Костыль. О, ты из этих гастролёров на поезде. Цени, чё винт наточил у бугра мастырит, мля. Не машина, а огонь, мля. Ты чё, мля, ослеп? Криво на, поправляй. Не, ну ты, мля, давай тяни, мля. Тартенесна, фиг ли тебя вчера кормили, мля. Хозяин, прости! Не надо, хозяин, я не хотел! Хлебало завалил, мля! Учить тебя буду! Не убивай, хозяин, мерза! Только не убивай! Хозяин злой, но он хозяин! Если он умирал, меня убивать будут! Да не умирал он, я вот так... Ты за меня спас! Хозяин проснется, забудет, что было! Спасибо, мерза! Знаешь, мерза, помнить буду! Не, ну чё ты сам копаешься? Священное пламя тебя защитит. Слышь, бля, что творится? Хозяйскую воду крысла, сука. Надо, бля, спросить. Прости, улымырза. Менкин. Ты собака! А ну заткнулась! Чтобы хозяин раб в клетку не загонял, когда рядом брак. Вода для людей! Зачем сейчас работать? Для хозяина! Мы так не любим. Поняла? Эй, ты, мля! Сюда давай, нах! Да, улымырза. Теперь убрал это дерьмо отсюда, то злонысно. И быстро, нах! О, мля, смотри, гастролёр пожаловал. Бугру в пятки лизать, походу. Ну, долго ты там еще. Ну, всё, а ты... Херово, что... Давай, давай! Это чё, мля, танец? Ну, чё вы тут устроили? Эй, красавчик, издалека приехал. После ворота не пожалеешь. Открывайте. Это ты к бугру? Ну давай, чисто заваливай. И не дуб... У вас тут. Не ожидал такого приема. Спрячь оружие. Здесь мы можем поговорить, сняв маски. Всем присутствующим я полностью доверяю. Странно, что я не особо расстроен вашими шалостями. Что поделаешь, наш мир... жесток. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Нет самой жизни. Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель эта где-то далеко. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия.
Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. И все будут жить долго и счастливо. Ну что, поруб... Рассказывай, кто за тобой! Ты ответишь за все! Че, Раси, ты откуда едешь? Закрыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Гюль, первая! Убить их! Артём, приготовился? Нужно прикончить этот собак! Вот он! О! Вот тебе, жалкий червяк! Тёмыч, что происходит? Юй, ты слаба и ценишь слабых. Мир по совсем другим правилам. Всегда побеждает сильнее. Машины вышли! Наша сила в единстве, в вере сплотившей наших подопечных. Они видят в тебе здесь и силу. Вокруг тебя измеречится этакая аура запретности, ударства. Аура никому не нужных проблем. Но твоя смерть может ее развеять. Да ёб твою. Почему замолчала? Артём, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебе открыть. Держись! Куда собрался, трепач? Это беспредел какой-то. Ты че за нахрен? Я не хотел вас валить. Да, короче, говорит, не валите их, ага, тут. И дверь тебе открыть. Держись. Куда собрался, трепач? Получи! Ну да. Пошел в открытую. Ладно. Беспредел, на беспределе, а. И дверь тебе открыть. Держись! Блин, что такое-то, а? Еще пушка как-то странно стрелять стала в автомат. Странно, блин, все это, конечно, апгрейды непонятно. И дверь тебе открыть. Держись.
бьет какого-то. Капец, они не дохнут. Ничего себе! Вот значит, о каком плане Юль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход! Дверь поддается! Артем, давай поднажмем! Юль, это вообще... Я на месте! Ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь! Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший! Артём, убери голову! Дал мой народ надежда. Я это никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Уходим, Артём. Спасибо, что помог моему народу. Я у тебя в долгу. Жив, зайчонок. Я так волновалась. Это вообще беспредел, ребята, был. Фанатики с Волги, людоеды из бункера в горах, рабовладельцы с берегов высохшего моря. Сколько же чудовищ породила война? Или они были всегда? А война лишь дала им возможность проявиться во всей красе, и теперь от них никуда не деться. Все же терять надежду рано. Мы все ближе к нашей мечте. Найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов, и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток. Экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Зачет. Из этих песков, а все не отпускает. Из чего только крест крутит эту гадость. Но ничего страшного, уже прошло.
Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа. Мы скоро будем. Ну что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Знаешь, Артём, я вот смотрю на Стёпу с Катей, на нас с тобой, и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было. Плохо было. Я тебе рассказывала, от чего мама умерла? Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы, сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И пока его не было, она тоже прикладываться начала. Когда трезвая была, плакала. А как выпьет, мечтательная такая становилась. Знаешь, как она меня звала? Просто А. Обнимет меня, говорит, мы с тобой, А, поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток, а оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда 5 лет было, мало что понимала, но поселок и даже океан могла себе представить, потому что верила ей, верила, что поедем. А потом она с собой покончила. Да, печальная история, ну ладно, давай, пойдем, пойдем. Беги, Тёма. Я еще посижу немного и приду. А мы идем! Все в лучшем виде, Артём. Это с нами. Ладно, погнали на праздник. Пути и 4000 километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных мы нашли место, которое может стать для нас новым домом.
Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в 2 днях пути оттуда. С чем я вас всех и поздравляю. Ура! 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 Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, кольца! Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные супруги. Я беру тебя в законные супруги. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня горе, и в радости, и в горе, тебя в горе, и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. В болезни и в здравии. И до тех пор, и пока смерть разлучит нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и... Горько! 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 Что с тобой? Чего встали-то в постели? Аня, что с тобой? Осторожней, осторожней! Держись, пожалуйста. Что случилось? Что с тобой, Аня? Катя, ну сделай же что-нибудь! Не толпитесь, ей воздух хуже! Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямантао, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. Газа после того подвала на мосту разъела. Да как ты можешь верить этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, Артем, на парус. Да, мать. Все нормально, Артем. Иди, все хорошо. Что-то мне боязно. Старик, похоже, рвет и мечет. Да, устроит сейчас Артема Дурович. Ну что, зятек, что делать будем, Святослав, а? Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Я думаю, полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха метро на пустыню с ее жарой и песчаными бурями такого легкие не любят. Ну, мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо сразу. Совершенно верно. Поэтому я ее сначала обследую, насколько квалификация позволяет. И еще... Впереди долина, лесной воздух. Думаю, одно это может все поправить. Простите, что вмешиваюсь. Но что случилось? Ах, она кровью закашляла. О, Господи. Вы серьезно думаете, что это песок? Больше на туберкулез похоже. Ну, его-то мы вылечим. Антибиотиков у нас хватает, воздух опять же. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот гад был прав? Что тогда? Может, лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Да что тут думать? Радиалик — это край света. А Новосибирск? Ну, 1000-2 будет. Тогда решено.
Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик. Поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на дрезине. А пока идемте ко всем. Успокоим Аню. Если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказала лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого схемонтау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. Ура! За вас! Степа, давай песню. Красавчик! Легко! Давай, жги. Можно. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Классно, точно ведь про нас. Даже полковник имеется. Да уж, точно. Пора вернуть эту землю себе, и вот еще что.
Сюрпризы как на мосту, и в Ямантау нам больше не нужны. Поэтому мы вышлем вперед разведку на Дрези. Артему в помощь нужен доброволец. Я долину проверять на наличие врагов! Пожалуйста! Есть у меня подозрение, что Алёша собрался долину проверять на предмет наличия там местных амазонок. Отлично! Значит, решено. Завидую я тебе, Степан. Раз и сразу готовая семья, и жена, и ребенок. Ни тебе пеленок, ни тебе ночных дежурств. Животик ни у кого не болит. Завидовать нехорошо. А мы, кстати, от пеленок и не уклоняемся, товарищ полковник. Вынашиваем план завести Насте братика, если она не будет возражать. Мне лучше сестричку. С сестричкой можно в куклы играть и нянчиться. А с братиком можно играть в Спарту и спецоперации. Брось, Тём. В спецоперации Бог даст, мы отыграли. Ах, не знаю я, как вы, а я, если честно, устал. На пенсию хочется. Пожить, наконец, по-людски. Вам нельзя на пенсию. Вы еще молодой. Старый я, Настёна. Неправда. Вот ты говоришь, завидовать нехорошо. Ну а что делать? У твоей-то мамы ты есть. А у моей Ани такой умницы нет. Ну, пап. Что, пап? Это в 20 мужик о детях и думать не хочет. А вот я бы сейчас внуков на коленях покачал. Рукопашному бы их обучил. Стрельбе с двух рук. Я могу к вам в гости ходить. Конечно, заходи, Настя. Вот только дедушка Мельник все равно не успокоится. Ему своих внуков подавай. А, Артем, неловко даже как-то и уговаривать тебя. Дочка у меня красавица, спортсменка. Ага, мастер спорта по стрельбе. Ладно, в Москве-то, согласен. Тьма, туберкулез, крысы, мутации, но тут-то, а? Все, па, обещаю тебе заняться этим вопросом прямо сегодня. Ну что, за колонию, что ли? За заселение земли и за продолжение рода. Точно, за детей. За детей! А че, самый первый? Как вода прямо. И еще один тост. За новую колонию. Пусть она растет и процветает. Ура! За новую колонию! Отлично. И чтоб женщин побольше прибилось. Ой, Лешка, ты как всегда. Да не волнуйся, Алёша. Думаю, с этим тоже все будет в порядке. Если все получится, люди будут к нам приходить. Нормальные, хорошие люди. Уверен, тоже выжили. Ну, а если придет кто ненормальный или нехороший, он сильно пожалеет. Это да. Ну, а как тут с плохими справимся, то и о Москве подумаем. И, может, даже что-то придумаем. Это да. Че, в смысле? Алло, кого показать? Ох и духота тут. И ты идти вышел через сказку сюда. Все сваливают. Садись ко мне.
Блин, ну тут кино рубит. Ладно, давайте спаться. Что они ребенку налили, я не понял. Тоже. Отличная песня. Степа, сыграй еще что-нибудь. Степа, давай-ка еще раз ту. От Борисыча. С удовольствием. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генерала. Мне трудно назвать себя религиозным человеком, но сейчас я прошу всех богов, пожалуйста, храните Аню, и пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Это очень-очень, я бы сказал. Ого. А воздух какой. Аж горит. Никогда таких запахов не слышал. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути.
Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так, надо на Аврору сообщить, что по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием! Слышим вас хорошо. Прием! Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной! А, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежний. Рандеву на ГЭС. Как там вообще? Прием! Вообще, товарищ полковник, тут микрофон, просто отрыл башки. Помирает. Парни точно понравится. Прием! Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамбы, все проверяем и сигналим нашим, чтоб приезжали. А то посмотри, какая красотища. Хочется всем показать, скажи. Смотри, вон церквушка какая живописная. Да, приплыли. Чё это было? Да, кобзец. Держись. Мужик, держись. Это ещё кто? Амазонки местные. Поймали твоего друга, но я-то вижу, что вы не бандиты. Так что выручу, если глупостей не наделаешь. Мне пора. Старайся не высовываться. Увидимся. Спасли. Спасибо. А то Артём плавать-то не умеет. Ё-моё, чё такое? Да, прикольно. Снаряги нет. О, бинокль хоть есть. Ну это ладно. Новая локация, да? Так, ну что, наверное, на этой ноте закончим на сегодня. Как бы продолжим обязательно. Продолжим. Новая локация, лето. Красота. Ну что, подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, комментируйте. И всем пока-пока.